Всем здорова, с вами вы на канале Мысли Геймерс. Сегодня мы также продолжаем играть и обозревать Play to Earn игры. Вот сегодня у нас будет игра, которая называется Panzered Dogs. Вот, в общем, какие-то, походу, собаки-танки. Я не понимаю, что, короче, происходит пока что. Но знаю, что мы здесь сейчас будем играть за танк. И, в принципе, игра началась. Короче, есть у нас танк, три пули. Нам говорят, куда ехать. Стрелять пока нам нельзя. Теперь мы должны открывать по нему огонь. Раз, два, три. Ага, понятно. Ага. Ну, в принципе, все понятно. Все. Обучение пройдено, я так понял. Потому что, ну да, обучать-то не надо. Похоже, короче, игра у нас на Brawl Stars или там Titan Arena тоже. Вот все вот эти игры очень прям похожи. Говорят, нажать play и сыграть. Ну, давайте сыграем. Get ready, да, я готов. Готовьтесь, я готов. Короче, здесь, походу, нужно сделать максимальное количество киллов. Так, одного я завалил. А, не заново здесь, что ли, появляется? Ага, готово. Так, давай теперь вот этого. Готово, теперь этот. Готово. Вот этого мы мочим. А как они так быстро передвигаются, интересно? Типа вперед резко. Тут суперспособность какие-то есть. Ну ладно. Не будем на этом застряться. Готово. Мы уже, кстати, скоро финишируем. Давай-давай, пошли-пошли, не ссы. Не бзди, прорвемся, как говорится. Последнего давай, последнего вот этого. Все? Все. Готово, победа. Синяя команда выиграла. Так, это я. Топ первое место. Нам дают сразу опыт. Левел второй и какие-то прокачки. Сейчас будем смотреть. Угу, гараж. Наверное, вот это и вот это, да? Угу, мы теперь меняем. А, тут можно, короче, собирать свой этот. Да-да-да, я понял. Свой танк. Ну, я бы хотел посмотреть, конечно, заставляет еще раз сыграть, но я посмотрел бы еще что да как. Че, один теперь? Да, типа один на один. Ну ладно. А, нет, вот мои. Какие-то боеприпасы, что ли? Ну-ка, что дает? Ух ты. Ну, поехали. А, я как ближний дробаш. Я должен вот так близко подержать, короче, и фигачить. Тут помощь не будет, не? Что-то не очень хорошая идея, слушайте. У меня 4 хп, я тут всех выношу, кого можно. А вот едет. О,
Ой-ой. Ой-ой. Блин, ну я первый раз погиб. Ну ладно. Ничего, нормально, сейчас возродимся еще. Как они так быстро бегают? Вот мне что интересно. Куда? Я хочу вот это дождаться, вот эта тема вообще мощная. Тут бы получить. Не-не, я хочу, давай. Это плохо. Трое зажимают. Уезжаем. А, ну мы победили, время закончилось. Ладно. Тоже нападет. Так, я первое опять место, да? Да. И получается новый уровень. Эмодзи, наверное, это. Да-да-да. Angry Emoji, Shock Emoji. Контуни. Контуни, контуни. Что это такое? А, ну можно вот, в принципе, войти. А, ладно, давайте потом это сделаю. Это сейчас не особо важно. Короче, можете вот залогиниться здесь. Или же зарегистрироваться. Что тут еще? Гараж. Вот у нас в гараже что-то новое было. А, нет, ничего не было. Я путаю. Так, хом. Получается, это мы. Вот это мы. А, надо... А, это потом поменяется, понял. Есть, наверное, какие-нибудь суперспособности. Или друзья, например. Скорее всего, друзья. Гамми мод, это мы выбираем. Режим. Ивент, это наш инвентарь. Лэпс, это что-то, крафтинг чего-то. И, ой, ну есть Дискорд, естественно. Да, и их Дискорд. Так, ну, что? Давайте, в принципе, еще одну каточку сыграем. В принципе, можно. 3 на 3 режим даже есть, прикиньте. 3 на 3. Попробуем, ничего, почему бы нет. Хотя, наверное, долго искать будет. А, нет, нифига, сразу нашло. Ну, тогда поехали. Что такое? Два мощных удара у меня, что ли? Интересно, интересно. Пробуем. Нифига. Нереально, два мощных удара было. Так, одного завалили. Это тоже мощный типок. Ну, знаете, вот этот режим какой-то лагучий. Я вот стреляю, он только потом стреляет. Смотрите, вот я нажал, вот патрон только потом вылетает. Ну-ка возьмем. Тут тема вообще лазерная. Вот так, бам, бам. Следующий. Оп-оп. Опа! А ну-ка, отойди-ка. А тебе подъезжайте, у меня супер этот. Да ничего страшного, вот этого вот. Миксанем. Опа, и сюда двоих. Так, это ладно, этих оставим. Надо хилки взять. Смотри. Оп. 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 Хилка, 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 хилка. Давай, хилка. А, все, игра закончилась. Все. Оранжевая команда победила. И опять я. Топ-собака. Новые гусеницы у меня открылись. А, скоро откроются. Так что, короче, на это, в принципе, все. Можете вот по названию найти игру. Вот, заходите, играйте.
Сайт называется Fractal. Fractal. Вот, заходите, играете и зарабатывайте. Так что на этом все. Всем удачи, ребята. Всем пока-пока.